Міро Руджев, голова обласної організації азербайджанської молоді Миколаєва, прагне об'єднати молодих азербайджанців і долучити їх до суспільного життя міста. За освітою юрист, у вільний час любить плавати і їздити верхи. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Я привітаюсь вже правильно, тому що вчимо ж мову, треба ж правильно і вітатися. І доброго ранку, звісно, вам також доброго бажаю ранку сьогодні. Отже, у нас сьогодні тема кухні. Бачимо, що у нас такий доволі великий список сьогодні, меню, я б сказала, так, на дошці. Будемо вивчати і дізнаватися більше про кожну страву. Отже, вам слово. Сегодня одно из прекрасных блюд, которое обычно некоторые блюда напоминают вкус другого блюда. В данном случае вот это первая кухня наша, скажем, долма, которая приготовлена, как на видео вы видели, с виноградных листьев. Оно очень необычное, оно, значит, имеет определенный свой вкус, вкусный. И, естественно, эта долма поливается чеснок с кефиром, так скажем. Вот, и оно, это национальная кухня азербайджанская, она состоит из слова «долма», это заполняет слово, означает «долдурма», «долма», «долама», «долама» – это сворачивание. Да, и вот это слово как раз означает от того, что, ну, вот так и произошло название этого блюда. Вот, как видите на картине, очень вкусно, аппетитно выглядит. Следующее слово наше аш. Аш – это плов, азербайджанский плов. В Азербайджане очень много видов плов, но этот плов, он является, скажем, коронным блюдом национальной кухни, так как он даже предоставляется во всех мероприятиях, также на свадьбах. Более того, плов он выкупается женихом за определенную сумму, поэтому он идет с рис, и который сверху поливается, там есть конный каштан, только не конный каштан, вид как конного каштана, но называется шабалыт. Шабалыт, сухофрукты, лук, изюм, все вот это с мясом, это отдельное блюдо подается, и тот распределяется по поверхности данного блюда рисом. І отак от употребляється теж. То я також, я коли дивилась, ну, також розшифровував для себе ці слова, то навіть було вказано, що от королівський плов, так його називають. Да, это королевский плов, конечно, не тот, который сейчас мы в сюжете видели, это не тот плов, но он королевский, он даже на свадьях подается с огнем. В общем, посередине горит огонь, потому что он это очень почетное блюдо, в общем, поэтому он вот с таким почетом и подается. Так. Далі. Ну, ми вирішили, що ми спочатку все ж якось будемо починати звідси і далі продовжувати з цією сторону, тому що шкербура також дуже таке цікаве слово, якщо я правильно вимовила. Так, да, з учетом того, що скоро у нас приближається в март, а в марті в Азербайджані Новруз Байрам, очень колоритний, так скажем, праздник, і он в этот праздник в обязательном порядке готовится сладости, очень разновидности сладостей. Также, естественно, и кухня, азербайджанская кухня очень богатая. Но этот праздник не обходится без сладости, а в том числе без шачарбуры и пахлавы. Но пахлава — это не та, которую мы употребляем на пляже. Пахлава, она идет, нарезается ромбиком с орехом, и специальная рецептура, ее не каждый может готовить, если даже увидит рецепт. Поэтому это специфическое, но очень вкусное. Я так понимаю, цей рецепт передается из поколения в поколение, так? Чи як від мами до доньки, так? Да, даже в регионах Азербайджана есть, где очень вкусно готовят, а где там слабее. Поэтому это национальная, так скажем, пахлава, которая имеет, она правда колоритная, она очень вкусная, и мы в сюжете также видели возле чая этот предоставленный, поэтому рекомендуем попробовать, если вы найдете оригинал. Так, ну я думаю, це буде трошки важко, але спробувати приготувати все одно, ну, не всіх вдасться, але спробувати можна, так, хоча б щоб покуштувати і знати, яка вона буде на смак. А найкращий, можливо, все ж завітати до Азербайджану і там спробувати справжній, так, оригінал пахлави, я думаю, це було дуже круто. Далі.
Далі слова сач і чи. Сач і чи. Это блюдо, которое подается в основном, это металлическая посуда с ножками. Снизу подгорает огонь, ну, угольки ставятся. Подается оно на стол, угольки для того, чтобы она не остывалась. Оно делается с мяса, синие, картошка, там помидоры, лук, еще некоторые, ну, больше специй и все. Оно подается, значит, на стол, и оно в теплом виде кушается, поэтому подается, чтобы оно, бывают еще некоторые моменты, что оно жирное, поэтому, чтобы оно не остывало в горячем виде для удобства. Ну, така кухня, я б сказала, для сильних, так, щоб витримати, тому що і дуже солодке є, і таке, і масне. І це, можливо, і є особливість азербайджанської кухні, так, що і багато спецій, і багато м'яса. Так, да, в азербайджанській кухні, кстати говоря, є ще багато жирних блюд, які, як би, зроблені навіть з того ж курдюка, баранини, як би, менталітет такий, що любить жирное, поэтому оно придает больше вкуса из-за этого. Но мы чуть-чуть предоставляем, как бы сегодня изучаем слова маленькой кухни. На самом деле кухня азербайджанская очень огромная, в общем, и много разных вкусных домашних блюд имеется, в общем. Но одно из выборочных мы сегодня выбрали, и плюс к нашему празднику Новрус-Байрам здесь будут представлены эти. Ну, далі можна прочитати, що довга, або ж як воно правильно, але це все одно, це страва, це не просто якесь слово, так, прикметник. Довга – це такий вид блюда, що він, так скажем, це по суті кефір, только не магазинный кефир, это специфический кефир, который сделан на домашних условиях. Он кипятится, но в то же время кипят его так, если его неправильно сделать, он свернется. После доведения до кипения к нему добавляют рис, зелень разный, и получается, вот, потом он остужается и в холодном виде употребляется. Тоже, ну, специфическое такое, вот оно вкусное, как бы приятное, поэтому... Але все одно варто пам'ятати про правильну рецептуру. Мені здається, кожен рецепт є свій, але все одно найкраще приготується все у Азербайджані. Тому отак і знайте, пам'ятайте, тому не довга, а довга. Це такий суп, так, якщо правильно все ж зрозуміло. І ще одне слово встигаємо розібрати – гутап. Гутап, гутап, да, теж дуже цікаве блюдо, яке між тестом, между тестом раскладывается творог и зелень. В общем, потом оно на металлическом снизу подгорает огонь и жарятся эти гутабы. Ну, естественно, немножко творог как бы плавится, и после этого добавляется вовнутрь сливочное масло. И очень аппетитное, вкусное. Слухайте, ну я не можу, ви так розказуєте, я тут просто не снідала, тому для мене трошки важкувато цю тему зараз слухати, але бачимо, що кухня дійсно різноманітна, дуже такі смачні страви, звісно, не всі можемо розібрати, не всі встигаємо, тому що їх велика кількість, і, на жаль, час ефіру не вистачає, у нас залишається ще два слова, але я вам обіцяю, що наступного ефіру, у понеділок, ми їх розберемо, дізнаємо, що ж це за піті і що таке хаш. Більш детально, я думаю, ще додамо декілька слів з кухні, так, і дізнаємо ще про інші страви, тому будьте разом із нами, обов'язково вивчайте, знайомтеся із цією культурою, із традиціями народу. Отже, Самір Оруджу, голова обласної організації азербайджанської молоді Миколаєва, був сьогодні у нас в гостях. Я вам дякую за новий урок. Дякую. Чекаємо ще в ефірі, чекаємо із іншими також традиціями, із іншими розповідями, тому що дійсно дуже цікаво слухати і дізнаватися. Ось, наприклад, навіть про ось королівський плов аж. Не все так просто із ним.